Нина Владимировна продает рыбу в торговом центре «Одинцовское подворье». Каждый день контактирует с большим количеством людей. Сотрудница рынка считает своим долгом обезопасить и себя, и окружающих от коронавируса. Для этого пришла на вакцинацию. В связи с таким положением не только у нас в России, но и во всем мире, считаю, что вакцинация – это самое главное сейчас сделать то, что нужно сделать не только для себя, но и для своих близких и для всех окружающих. Это спасет наше здоровье и наших близких. Временный прививочный пункт разместился в торговом центре «Одинцовское подворье». Обязательное требование перед прививкой – консультация с врачом Одинцовской областной больницы. Только после проверки состояния пациента принимается решение, можно ли допустить его к вакцинации. Благодаря поддержке администрации Одинцовского округа и Одинцовской областной больницы получилось оперативно организовать пункт вакцинации, в котором мы можем вакцинировать сотрудников нашего предприятия, арендаторов и также всех желающих. Потому что в данный момент мы понимаем всю опасность ситуации. И мы хотим предотвратить дальнейшее развитие вируса. Адреса всех пунктов вакцинации опубликованы на сайте администрации Одинцовского округа. Нужно только выбрать удобный. Сделать прививку можно совершенно бесплатно, а вот здоровье каждого бесценно. Побороть вирус мы сможем только совместными усилиями. Мария Шматкова, Эмилия Аракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».